Когда вы в последний раз были в нашем проекте и понравилось ли вам? В Октокемпе я была последний раз недели две назад на шестой смене, и да, мне очень понравилось. Какое у тебя самое яркое воспоминание с лагеря? Наверное, когда я выступал на сцене и пел. Как ты считаешь, какая главная цель нашего проекта? Я считаю, что главная цель – это развитие креатива у детей. С кем ты больше всего проводила времени в лагере? С тренером. Спасибо. Как ты отдыхаешь в нашем лагере и с кем? Надо подумать. Вообще, этот лагерь создан для отдыха и развития. Как вы отдыхаете в лагере и с кем? Я отдыхаю со своими друзьями, и это очень весело. Я тоже отдыхаю со своими друзьями, весело. Ответ очень разный, заметьте. Открытие лета 2017 года. Добрый день, родители. Катя, что ты вынес из нашего проекта? Благодаря проекту «Ухты-кэмп» я получил очень много знакомых и друзей, которые меня могут поддержать, когда я приеду в Киев. И вообще, это одни из самых лучших людей в моей жизни. Какие у тебя самые приятные моменты из лагеря? Первое, это, конечно, что я приехала в Ухты, все мои команды, это лето, знакомство с тобой. Спасибо. И это вечеринка. Что бы ты хотел увидеть нового в нашем лагере? Первое, это я бы хотел увидеть новую еду, а второе, еще больше новых тренеров, новых личностей.
Какой бы ты совет дала ребенку, который приехал в наш лагерь первый раз? Быть собой и быть уверенным в себе. Благодаря УхтыКэмпу я поборола практически все свои комплексы. И вот даже то, что я сейчас здесь на сцене станцевала, я до УхтыКэмпа элементарно боялась танцевать. Мне безумно приятно. Спасибо всем большое. Я сейчас хочу пригласить весь УхтыКэмп сюда, на массовку.